Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Що робити зі своїми фінансами у випадку впровадження жорсткого локдауну? Сьогодні будемо говорити разом з фінансовою радницею. Я рада вітати на нашій студії Аліна Татарчук. Аліна, розкажіть, будь ласка, взагалі сьогодні існує декілька альтернативних сценарій розвитку подій. Ми не знаємо, коли буде впроваджено локдаун, все ж таки у грудні, у січні, чи буде він взагалі. Що ж робити зі своїми фінансами у різних випадках? Як не, скажімо так, як зекономити, як навпаки бути навіть у плюсі, у виграші? Хороший вопрос. Всім здравствуйте. Сьогодні ми розберемо більш глибоко цю тему, да, чому так відбувається, що є слідством і що є причиною, да, і що нам, собственно, робити з цим. Давайте почнемо з того, що багато говорять, що ж инвестировать, вкладывать свои деньги в период вот таких моментов. Кто-то там говорит депозиты, там гособлигации, может быть, квадратные метры в однушке возле метро, вариант. Что-то может быть валютное, да, доллар, евро, может быть, тройская унция кому-то нравится. Да, может быть, такой вариант, что кто-то говорит о таких вот интересных активах, там, акции, ETF и так далее. Что же это? Вопрос дня. Вы знаете, хорошего ответа на этот вопрос я вам не дам. Просто потому, что у каждого инвестора свои цели. Это логично. И мы будем опираться от этого. Для начала ситуация для тех простых граждан, да, Украины, кто живет, собственно, от зарплаты до зарплаты. И особенно не откладывать никаких средств. Нет возможности такой, такое бывает. Тогда, если это срок до 6 месяцев, да, ну вот, держите в гривне, ничего страшного, да. Вот, все, что там выше, можно переводить уже в доллар, в евро. Нравится доллар, переводите чисто в доллар. Если хотите диверсификацию, 50 на 50, доллар, евро, да. Вот. Это скорее даже относится к тем, кто имеет возможность откладывать. Потому что в долгосрочной перспективе, если мы идем по стратегии усреднения, и мы покупаем валюту, всегда валюта будет в плюсе. Неважно, кризис, не кризис. Любая валюта – это ценный ресурс. Если мы каждый месяц там, покупаем на фиксированную сумму валюту, то в долгосрочной перспективе мы все равно выигрываем, мы покупаем по средней рыночной цене, по сути. И нам не важно, по какому курсу мы покупаем эту валюту. Вот. Такой еще исход, если, допустим, сохранить, да, ну, валюта, как бы, да, это хороший инструмент по сравнению с гривной, потому что гривна обесценивается очень быстро, да, инфляция очень быстро кушает. Что касаемо валюты, если брать доллар за последний год 1,4, да, процента обесценилась, там, за последние 10 – 1,8. Если брать цифру, которую закладывает финансист, да, при расчетах, это где-то, ну, около 3%. То есть, если у вас отложено 1000 там, долларов, просто берите грубо 3%. Вот, то есть, получается, у вас уже не 1000, там, а 970 там, долларов, грубо говоря, вот так вот. Если вы готовы смириться с таким сценарием, и вам это подходит, вы любите твердую валюту на руках, это ваш вариант. То есть, это как раз-таки для вас. Люди есть, особенно поколение, более старшее, да, там поколение X, Y, то есть не наше, не Z-овское, после 2000-х, допустим, более старшие – это родители, это наши бабушки, дедушки, да. Для них валюта и недвижимость – это два направления, куда вот, ну, они считают, что это самые лучшие варианты для вложения своих денег. Давайте поговорим, обсудим по поводу недвижимости, да. То есть если мы берем диапазон до 12 месяцев, да, вот как раз сохранение денег, то у недвижимости есть свои циклы, да, они обычно долгосрочные. Я считаю, что это не совсем разумно инвестировать в недвижимость, тоже коммерческую, либо жилую, неважно, потому что рынок слишком непредсказуем, но это не то место, где мы можем сохранить свои деньги сейчас, потому что мы понимаем, что нам нужно максимально ликвидный, так сказать, актив, с которым мы можем вытянуть деньги в течение там, до 6-12 месяцев. То есть это не долгосрочные инвестиции.
То есть когда люди обычно о таком спрашивают, я подразумеваю, что это явно не какие-то долгосрочные инвестиции, нам нужно ориентироваться на сегодня, на ближайший год. Как показывает практика, да, история, ну и закрытие нас в марте месяце, вот, ну как бы люди откладывают, все работает постепенно, некоторые боятся банкопадов. Ну, я вам скажу, как бы это не самый плохой вариант там держать, просто нужно иметь диверсификацию, знать, куда, допустим, откладывать в банки, если это депозиты, да. То есть, по сути, облигации, валюта, ну, как гособлигации, гособразца, валюта, да, депозиты, ну, и там, если у кого-то суммы уже побольше, да, явно уже инвесторы какие-то, возможно, малый бизнес с большой ликвидностью в реальный сектор. В реалии сектор экономики Украины. То есть это на диапазон 3-6 месяцев, может 12, но с сопровождением специалиста, который в этом разбирается и поможет в этом вопросе. Вот, что еще? Драгоценные металлы, да? Такой еще вопрос многие спрашивают. Драгоценные металлы. Давайте подумаем. Даже, допустим, если цена не растет и не падает, она среднерыночная, ну, это не очень комфортно, потому что спред, разница между покупкой и продажей этого металла все равно велика, да, то есть это не совсем не тот самый ликвидный продукт, который нам нужен сейчас. Другой вопрос – его хранение, да, то есть на это нужно еще какой-то отдельно сберегательный там сейф, то есть это дополнительные траты, нам это не подходит. То есть валюта, депозиты, облигации – повыше малый бизнес, это такой вот как раз-таки наш вариант. Что же делать, какие пропорции с вот этим вот всем, да? Если мы говорим подушки безопасности, да, вот именно, то это в гривнах, то есть это получается та сумма 3-6 месяцев ваших трат, скажем так, ну, грубо говоря, да, то она в гривне будет. Все, что выше этой суммы, может быть, это уже от 1000 долларов, от 2, я не знаю, какие у вас расходы, это все можете переводить в валюту, то есть часть в валюту, может быть, часть на депозит, потому что в любом случае в надежных банках, да и во всех банках Украины, ну, да, у них там есть как фонд, да, который гарантирует вам все равно выплату до 200 тысяч гривен. Вот, я вижу такой вариант. Можно диверсифицировать и как бы разложить туда еще на депозиты. Пока там отрицательных ставок явно нету, вы явно не потеряете. Следующий момент, если суммы, которые уже выше, да, то есть, допустим, это уже выше там 10 тысяч, у кого-то они есть, пожалуйста, не храните наличку дома, я вас умоляю. У нас был такой клиент случай, когда молодая пара хранила деньги наличные 20 тысяч на квартиру, и их вот обокрали. Поэтому, пожалуйста, особенно в кризисное время люди очень хаотично себя ведут, очень иррационально. Не храните дома всю наличку. Как минимум диверсификация, не знаю, передавайте там в банк частично, часть у себя, чтобы таких случаев не было, потому что это очень грустно получается. И, ну, и сектор малого бизнеса, да, то, что 10, реальный сектор, возможно, что-то фондовый, но это явно не индексы, не акции. Почему? Потому что, например, тот же взять индекс S&P 500, да, 500 крупнейших компаний. На долгосрочную перспективу можно сделать хороший анализ, хороший портфель, мы видим, как работает экономика, да, и вообще, собственно, в долгосрочной перспективе, это сказать, намного предсказуемее. В краткосрочном, ну, этот рынок слишком неоднозначно себя ведет, да, слишком непредсказуемо. То есть вообще даже инвестиции, спекуляция в краткосрок – это не самая лучшая идея, скажем так. Потому что здесь рынок опирается, скажем, не экономику, не на аналитику, а на, бывает, даже просто какие-то всплески непонятные, то есть никем не предсказуемые, скажем так. То есть какие-то экономические события, которые никак не связаны с той текущей ситуацией, которую мы видим на рынке. То есть, допустим, многие люди не понимают, почему сейчас, например, как так происходит на рынке, такое вот, да, некоторое как наполнение активов, печатание там денег, да, допустим, поднятие экономики. Да, это плохо, растет инфляция, но с другой стороны поднимают экономику, потому что все-таки наши люди сейчас больше сохраняют, то есть они больше сохраняют кэш, да, сохраняют деньги.
Вот, и потребительская способность падает. То есть это касается того, что и недвижимости, да, говорила, и других крупных покупок, да и не только. В принципе, покупательская способность падает. Цены, соответственно, будут расти, это нормально. То есть мы это наблюдали уже не один раз, потому что экономика устроена так, что раз в 70 лет происходит именно вот такой цикл, да, ну то есть вот такой вот кризис. То есть это называется бизнес-цикл, я бы сказала, да. Бизнес-цикл от 1 до 10 лет, когда происходит обычный кризис. Некоторые люди уже его проходили там, в 2008 году, например, да, и в других годах, и они уже готовились к текущему кризису. То есть некоторые люди, почему говорят, что в таких кризисах многие люди очень даже хорошо зарабатывают? Потому что они просто готовятся к этому, это не, ну, в каком-то мере предсказуемо. Единственный вопрос, никто не может ответить, когда это закончится. То есть завтра, через неделю, через месяц, через год, может быть, через два, может быть, через пять. Вот это вопрос, то есть вопрос времени. То есть мы понимаем экономику, мы знаем, что она делится на четыре сектора. Это период рецессии сейчас, период восстановления, период роста и период падения. В каждом из этих секторов, а точнее активы себя по-разному ведут. Что-то падает, что-то поднимается, и исходя из этой специфики уже составляются там портфели, допустим, стратегии инвестиций. Вот. Исходя из этого, как бы уже делается какая-то аналитика, да. Вот. На данный момент это слишком, ну, скажем так, непредсказуемо. Потому что там многие люди, допустим, сейчас смотрят в сторону фондового рынка. Вот, это хорошая точка входа, хорошая в точка входа. Но для долгосрочных, более долгосрочных инвестиций, вот, это будет идеальный момент, да, потому что когда вы планируете там 10, 15, то и 20 лет, ну, там вообще беспроигрышный вариант получается. Там можно действительно хорошую стратегию построить. Но мы говорим о сейчас, да, на данный момент. То есть обычным людям я бы рекомендовала, то есть вот подушка, это основа, да, которая ваша есть, потому что, если что, она вам пригодится. Ну и менять, покупать валюту там в течение года, это не слишком рационально, скажем так. Вот, если там уже держать валюту там как чуть выше, допустим, чем подушка, да, это рационально, потому что вы, если вы откладываете валюту, то по стратегии усреднения вы, в принципе, все равно очень хорошо выигрываете. Ну, как бы там ни было, валюта всегда выигрывает, что бы там ни говорили. Была такая ситуация, что перед, вот, там, буквально 9 месяцев назад многие делали ставки там, на евро, кто переводил, вот, и довольно-таки очень хорошие прогнозы были, ну, вот, кто переводил евро. Потому что гривна показала себя не наилучшим образом, скажем так. Многим людям, инвесторам тоже это не особо понравилось, понятное дело. Ну вот, что же делать? То есть как вообще быть и какие наши фавориты? То есть первое место, это все-таки кэш, да? Кэш это, то есть это первая подушка в гривне до 6 месяцев, да, допустим. Все, что выше, это валюта. Можете чисто доллар, может быть 50 на 50 доллар евро. Вот как вам больше нравится. Второй момент это облигации, да, государственного займа, если вы в них верите как в инструмент, да. Если, допустим, у вас есть какой-то советник, и вы посчитали нужным, что, в принципе, это хороший вариант, то это имеет место быть, поскольку после 2019 года, ну, это не самый, не наилучшим образом себя они показывают, скажем так. Ну и третье место, да, это более ликвидный какой-то рынок, либо реальный сектор, да, скажем так, сектора Украины, то есть это малый какой-то бизнес, стимулирование, да, малого бизнеса. Почему? Потому что предоставление этого капитала через там 3, 6, там 12, может, месяцев в этом вот оборотном цикле деньги можно вытащить, да, оттуда. То есть это не будет проблемой, скажем так. Вот. Ну и другие ликвидные инструменты, по сути, которые мы можем с легкостью продать, да, у которого будет маленький спред, разница между покупкой и продажей. То есть то, что мы можем легко, от чего мы можем, собственно говоря, легко избавиться, даже если мы, например, не предусматривали такого сценария. Но вдруг что-то произойдет там через там, месяц-два, и вам срочно понадобятся деньги, чтобы такая возможность была. Скажем так, что-то вот вроде из разряда fixed income, то есть с фиксированной доходностью, то есть с какой-то предсказуемым сценарием, я бы так сказала даже. Хочу ще от запитати, можливо, так от якось підсумовуючи, коли у людей виникає питання, куди інвестувати, два таких найочевидніших для них питання – це
Думк спадає два варіанти: це відкрити якийсь банківський депозит або вкласти у нерухомість. От у часи, скажімо так, економічної кризи, я б навіть сказала, можливо, не кризи, а нестабільності, коли ми не знаємо, там чекати цей локдаун, не чекати, чи раціонально вкладати от у нерухомість, і чи можливо краще все ж таки відкрити оцей банківський депозит, якщо от відповісти на це запитання, як краще діяти? Это довольно-таки хороший тоже вопрос, имеет место быть. Почему? Потому что тут можно рассматривать несколько вариантов. То есть, да, зависит от целей ваших. Допустим, недвижимость. Если вы хотели давно купить недвижимость, да, для себя лично, это идеальная возможность. Почему? Потому что покупателей на рынке не так много, многие сохраняют, и, ну, ради вас как бы там горы будут покорять, и можно будет даже еще поторговаться, скажем так. То есть сейчас делать покупки вот самый огонь просто. Это для вас наилучшая точка входа. Если для инвестиций, ну, для инвестиций тут такой вопрос, смотря какой. Если краткосрочная, да, не очень вариант, скажем так. То есть если вам понадобятся деньги, если вы понимаете, что вам нужно вытащить там через год, там через 6 месяцев, это не лучший вариант. Потому что вы купите недвижимость, а вариант, кто ее купит. Ну, то есть вопрос, кто ее купит? У вас, если у вас уже есть клиент, который готов будет ее купить, ну, так сказать, сверху с какой-то там наценкой, да, допустим, небольшой, это один вариант. А если у вас нет такого покупателя, вы можете сидеть этой квартирой полгода, год там, и больше, и 3, и 4, и 5, а деньги вам нужны уже сейчас. Что делать? Ну, то есть продавать квартиру пониже рыночной цене, ну, и быть в убытке просто, это нерационально. Ну, то есть это не самый лучший исход событий, скажем так. То есть лучше, наверное, там, если у вас до 10 тысяч, да, то есть подушка есть финансовая уже, вы говорите, окей, у меня есть финансовая подушка, что делать дальше? Лучше переведите валюту 50% там, наличными, 50% там, например, в банковские там, счета, разделите. Либо еще лучше, там, если довольно-таки крупная сумма для вас, да, то есть вы понимаете, что вы кровью и потом заработали этот капитал, и реально держите там дома буквально только финансовую подушку вашу, все остальное там диверсифицируйте, там несколько банков как вариант, вам будет, ну, спаться спокойнее, скажем так. Это тот вариант, который бы я для себя выбрала, ну, потому что в такие моменты, в кризисные, остаются самые обычные примитивные инструменты, скажем так, самые доступные для людей. Що ж, я дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, що робити зі своїми фінансами у випадку впровадження жорсткого локдауну, куди краще інвестувати гроші і в якій валюті їх зберігати або не зберігати. Сьогодні допомагала нам відповісти на це запитання фінансова радниця Аліна Татарчук. Аліно, ще раз вам дякуємо за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!